Прошло уже 24 года со дня этой трагедии. Но наша боль не стала меньше, а жертвы этой трагедии навсегда останутся в нашей памяти. Почалинская трагедия — это самая страшная, кровавая и бесчеловечная страница в Нагорно-Карабахском конфликте. Вот уже почти 30 лет длится этот конфликт, в результате чего 20% азербайджанских земель находятся под оккупацией. В стране около 1 000 000 беженцев и вынужденных переселенцев. На захваченных землях уничтожаются архитектурные шедевры, исторические памятники. Стирается все, что связывает этот край с азербайджанской культурой. В ночь с 25 по 26 февраля 1992 года армянские боевики захватили азербайджанский город Ходжалы и жестоко убили 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 70 стариков и 63 ребенка. Оборвалась жизнь будущих врачей, инженеров, учителей, людей, которые могли бы сделать жизнь Азербайджана лучше, светлее и интересней. Этой трагедии должна быть дана справедливая оценка со стороны международного общества, а виновники должны понести наказание. В 2008 году стартовала международная кампания «Справедливость Ходжалам». Наша цель – это донести правду до мирового общества об этой трагедии и сделать все, чтобы подобное больше никогда и нигде не повторялось. В мире не должно быть места таким жестоким убийствам и насилию. Сегодня нашу кампанию «Справедливость Ходжалы» поддерживают десятки государств мира. Парламенты Канады, Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Иордании, Судана, Панамы, Гондураса и законодательные органы более 10 штатов США и Организации исламского сотрудничества признают факт геноцида Ходжалы. Мы организовываем петиции в самые высокие международные организации, включая ООН и Международный суд в Гааге. Наш голос звучит на самых важных конференциях и форумах в мире. В Сараево, столице Боснии, был установлен памятник жертвам геноцида Сребреницы и Ходжалам. Также был перезапущен сайт «Справедливость Ходжалы», где есть вся информация. И мы снимаем фильмы, печатаем книги об этой страшной трагедии. Вот уже много лет подряд во многих странах мира проходят мероприятия, посвященные Ходжалам. Конференции, выставки, семинары и лекции. Благодаря усилиям наших активистов, сегодня нашу кампанию поддерживают 115 организаций и более 120 тысяч человек. Дорогие друзья, как вы знаете, Азербайджан всегда была страной крайне толерантной и мультикультурной, где в мире и согласии проживают люди различных национальностей и религий. И несмотря ни на что, дух нашего народа не был сломлен, а жертвы Ходжалы навсегда останутся живыми в нашей памяти. Сегодня мы подготовили для вас выставку художников из Азербайджана и детей. Вы сможете почувствовать эту трагедию и увидеть ее глазами людей искусства. Возможно, в этих работах много боли и грусти, но мы искренне верим, что в скором времени армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт найдет свое справедливое разрешение. Территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, а все беженцы и вынужденные переселенцы вернуться в свои дома и на свои родные земли.